Знаємо про те, що і сьогодні вночі було важко, і про обстріли. Розкажіть, будь ласка, про поточний стан справ. Ну і, звісно, про ваші очікування і про те, як керівництво міста готується до 8-го, до 9 травня. Знаю, що у вас була ініціатива, і ви розглядаєте зараз можливість запровадження більш продовженого комендантського часу, та комендантської години. Прошу. Это, ну, на самом деле, не только ночь была неспокойная, но и начало сегодняшнего дня тоже ознаменовалось обстрелами. На сегодняшний день было 3 обстрела, но, знаете, уже мы говорим о том, что интенсивность обстрелов со стороны российского агрессора снизилась, и нас это не может радовать, но тем не менее, знаете, что от них можно ожидать все, что угодно, и обычно обстрелы у нас начинаются в ночное время, потом периодически продолжаются. И могу вам сказать, что интенсивность обстрела уменьшилась благодаря тому, что сегодня наши вооруженные силы отгоняют врага от города Харькова дальше, дальше и дальше. Поэтому надеемся, что так и будет, динамика такая сохранится. Но тем не менее, 8-9 число, очень серьезные дни, и я попросил, обращаясь ко всем жителям города Харькова, я понимаю, что у нас есть традиция праздновать, ходить на мемориал, отдавать должное тем людям, которые ценой своей жизни защитили в те далекие времена, добыли победы, защитили весь мир от немецко-фашистских захватчиков. Но я попросил всех харьковчан нарушить эту традицию и по возможности не идти на мемориал, потому что коварство врага мы все знаем. И я уверен, что будут обстрелы, я уверен, что это использует наш враг, тем более, что у нас на мемориал попадали уже снаряды, уже есть пристреленное место. И я всех попросил воздержаться, быть дома, помянуть тех людей, которые отдали свои жизни за нашу свободу в далекое время, и пообещал всем, что после нашей победы мы все вместе придем на мемориал и отдадим должное воинам, которые погибли в той далекой войне, и нашим героическим воинам, которые обязательно добудут победу в этой войне. Ну и в этом вопросе угроза разная, Игорь Александрович. Прежде всего вопрос безопасности и обстрелов, это то, о чем вы сказали. Но мы понимаем, вот вы точно сказали, враг коварен, да? Могут быть разного рода провокации. В очередной раз может случиться что-то сродни нападения на ветеранов, например, да, для того, чтобы продемонстрировать потом позже на федеральных каналах, ну, мол, вот посмотрите, что в Украине происходит и какое положение дел, не хочу пользоваться их терминологией. Но комендантский час, цілодобова комендантська година не запроваджується, я правильно розумію, в місті? Мы будем сегодня обсуждать это с главой военной областной администрации, потому что именно они устанавливают комендантский час. Я думаю, что мы придем к определенному компромиссному решению для того, чтобы, во-первых, сохранить спокойствие и жизни людей, и, во-вторых, знаете, не посеять нигде панику. Тут такая тонкая грань, которую нельзя переходить, поэтому я думаю, что мы примем такое Соломоново мудрое решение, и все будет нормально.